Час від часу ми нагадуємо нашим глядачам про таку важливу частину благодійного руху, як донорство. Для невеликої кількості дніпрян це добра звичка, яку вони реалізують не за термінової тривоги активістів і лікарень, а постійно, коли дозволяє стан здоров'я. Втім, таких людей, принаймні, за моїм досвідом, не так багато, як може бути. З 30 жовтня по 3 листопада триває донорська акція «Рятуємо життя разом» для Центру матері та дитини імені Руднєва. Про неї детально розкажуть наші гості – голова громадської організації «Разом.ЮА» Максим Карамушка та Вікторія Іванова, виконавчий директор Асоціації молодих донорів України. Отже, я вас вітаю. Здравствуйте. Справа шляхетна. Вам так. Слово. С 30 октября по 3 ноября, как вы уже сказали, будет проходить акция для Днепропетровского центра матери и ребенка имени профессора Руднева. С 30 октября по 3 ноября каждый желающий может прийти на областную станцию переливания крови и сдать кровь этим детям. Дети там в очень тяжелом состоянии. Примерно за год проходит лечение в этом лечебном учреждении около 10 тысяч детей. Из них переливает кровь примерно 500 детям. И в общей сложности получается около 800 инфузий. То есть 800 раз переливают кровь некоторым детям по нескольку раз. Есть два больших лечебных учреждения Днепропетровской области. Это детская областная больница и Днепропетровский центр матери и ребенка. Поскольку в областную детскую больницу довольно часто проводятся такие мероприятия, то для этого лечебного учреждения это, насколько я знаю, впервые. Вот, поэтому мы решили организовать вот такую вот акцию в помощь этим детям, в помощь лечебному учреждению. Спасибо большое нашим партнерам Днепропетровской областной администрации, департамента образования и Виктории Ивановой и Донор.ЮА за то, что поддержали инициативу эту администрации больницы. Спасибо большое. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие в этой акции. Вика, ну вы довольно уже відомий и профессиональный донор, так можно сказать. Давайте поговорим про то, что нужно делать, если человек хочет. Ну, то есть, как нужно готовиться для сдачи крови? Это цікаво, навык. Ну, как минимум, конечно же, нужно не иметь противопоказаний ни абсолютных, ни временных. То есть, в двух словах, да, это какие-либо гепатиты, сифилис, ВИЧ, заболевания сердца, эндокринной системы, хронические заболевания почек, печени, легких и так далее. Вот. К временным относятся также простуды, аллергии, герпес, прием препаратов любых. И так далее. То есть список довольно обширный на самом деле. Полностью можно ознакомиться на ресурсе donor.ua. Вот. В плане веса вот, акцентируем внимание, что согласно постанове Кабмина, меньше 50 кг люди вообще не допускаются. Вот. В остальном около 50 по усмотрению врача. То есть вот, по опыту рекомендуем, то есть, чтобы не менее 55 все-таки было. Вот. За сутки до кроводачи нужно исключить из рациона жирную пищу, жареные, молочные продукты, любые яйца, семечки, масла и так далее. То есть рекомендуется кушать отварные крупы без масла, картофель, нежирные сорта мяса, вот, фрукты, овощи, сушки и так далее. Давайте поговорим, знаете про что? Вот дивіться, есть певна категория наших глядачів, які не мают дніпровської прописки, але мають бажання. И как быть с этим, когда приходишь и говорят, не наша прописка, идите дальше, кудись. Есть такое ограничение и у нас в стране, и в целом вот в странах СНГ осталось с незапамятных времен. Но вот со времени начала вооруженного конфликта у нас на Востоке, да, наша областная станция принимает с любой украинской пропиской. Вот главное, чтобы она была. То есть они за счет связи с другими регионами там, выясняют необходимую информацию и только именно на областной станции. Вот. То есть главное, чтобы была прописка, у переселенцев должна быть справка о регистрации в Днепре. Если говорить про кількість тих самих донорів, яких ми шукаємо, наскільки я розумію, якщо ми анонсуємо, то активність не дуже велика. Чому так? Давайте, наверное, лучше я отвечу на этот вопрос. Нет такого точного количества, которое мы планируем. То есть цель этого мероприятия не просто собрать необходимое какое-то определенное количество крови, а в целом популяризировать донорство среди молодежи, среди населения. Потому что, как вот показывает практика, люди не очень активно отзываются на подобные
мероприятия, на подобные вот проекты. Вот, хотелось бы, чтобы люди понимали, насколько это важно, понимали, что быть донором – это все-таки престижно, потому что донор – это прежде всего здоровый человек, как физически, так и психически. То есть у больных людей просто не могут взять кровь. Поэтому мы вот хотим именно этого донести до людей и сделать этот проект долгосрочным. В каком виде? Чтобы каждый человек без каких-либо там напоминаний, он понимал, что его кровь может спасти кому-то жизнь и подарить кому-то надежду, вот, и пойти в станцию переливания крови и сдать кому-то кровь. Як мотивувати людей? Ну, крім того, про що сказав ваш колега. Варианты, на самом деле, очень разные, срабатывают тоже временами по-разному. Ну, конечно же, там, самая, наверное, весомая мотивация – это когда срочно, это когда какой-то коллапс, кошмар и ужас, то есть люди, да, не знаю… Відгукуються. Да, люди отзываются, мы это все видим, да, за последние годы, на примере, вот, с нашими ранеными и так далее, или когда что-то жуткое, там, ожоговые пациенты какие-то, ну, страшные истории, которые эмоционально в людях что-то вот трогают, то это, конечно, мотивирует сильнее. Вот. Материальную мотивацию мы не рассматриваем, мы, то есть, по пути развитых стран идем к безвозмездному донорству, вот, ну, то есть, в основном, ну, есть также вариант, когда, ну, какой-то традиционности, то есть, когда люди видят, что многие сдают систематически, сдают постоянно, их это тоже, ну, в них что-то пробуждает, вот мы видим наших коллег в Запорожье, вообще ничем особым не мотивирует, у них там в вузах традиция, каждые полгода приходят там сотни студентов, традиционность какая-то, преемственность тоже работает, вот, и иногда концепция мероприятия что-то в людях там интересовывает, то есть, как мы делали иногда там к 14 февраля, приглашали пары приходить сдавать, там, и так далее, то есть, еще какие-то такие вещи на интерес, то есть, вариантов, в принципе, много, вот, действительно, когда просьба не срочная, то есть, то нужно очень постараться, чтобы мотивировать. Также мы вот стараемся, как бы, делать, насколько это возможно, качественно, да, вот, привлекать людей, в частности, это, ну, здесь также есть такой аспект, как информированность населения, почему, для чего это, как это важно и так далее. Вот, в частности, также хочу сказать, что в эту субботу по истечении этой акции вот у нас будет такая тоже встреча неформальная для всех желающих, интересующихся в книгарне Е на Европейской площади. Мы собираемся и отвечаем на вопросы доноров, людей, интересующихся обо всем, что они, быть может, не знали, хотели спросить и так далее. На 17:00 в субботу. Пропоную, часу не так багато, пропоную ще раз проговорити акція, куди, коли, і, скоріш за все, прийшов і кажеш, що кажеш, я хочу здати кров для цієї лікарні, чи як це має відбуватися, вони самі розподіляють, яким це чином відбувається? Чоловік приходить на обласну станцію крові, яка знаходиться по вулиці проспект Богдана Хмельницького, 18, з 30 октября по 3 ноября з 8:00 до 13:00 проходить там необхідне обслідування, и сдает кровь. При этом он указывает, что он сдает кровь для Днепропетровского центра матери и ребенка имени профессора Руднева. Зрозумів. Дякую, що знайшли змогу, і дякую, що робите дуже важливу, шляхетну справу. Ну, глядачам 9 каналу, нагадаю, що у нас у гостях був голова громадської організації «Разом ЮА» Максим Карамушка і Вікторія Іванова, виконавчий директор Асоціації молодих донорів України.